Всем привет! Это «Готовим с вами» и сегодня у нас корейская кухня. Мы готовим кимчи из огурцов. На корейском это звучит вроде как «Ой, собаги». Если я как-то неправильно сказала, прошу меня простить и поправить, корейский язык я не изучаю. Кимчи из огурцов относится к одной из многочисленных разновидностей корейского кимчи. А кимчи, в свою очередь, это относится к панчхан. Переводится как дополнительный гарнир или закуска, который на корейских застольях подается всегда обязательно к основным и вообще к любым блюдам, и причем в большом количестве. Кимчи из огурцов замечательно тем, что не нужно ждать, когда оно проферментируется, просолится, ее можно кушать сразу. А еще один плюс то, что готовится она очень быстро и очень просто, а в результате вы получите очень вкусное, сочное, в меру острое, хрустящее блюдо, которое понравится всем. Для его приготовления нам понадобится маленькие огурцы, небольшая морковь, средняя луковица, зеленый лук, чеснок свежий, хлопья перца чили, рыбный соус, вода, тростниковый сахар и соль. Для приготовления этой закуски лучше всего использовать маленькие огурчики корнишоны длиной 10-12 сантиметров. Коричневый тростниковый сахар можете смело заменить обычным белым сахаром. А вот рыбный соус заменить ничем не получится. Увы, на его основе готовится очень много азиатских блюд. Так что если вы увлеклись этой кухней, этой темой, то купите обязательно. Стоит он не очень дорого. Ну что же, начнем приготовление кимчи из огурцов. Каждый огурец разрезаем вдоль, крест-накрест, но не до конца, а оставив неразрезанным примерно 1,5-2 см от плодоножки. Затем огурчики складываем в миску с бортиками и посыпаем их солью. Соли примерно 2 столовые ложки на такое количество. Обваливаем огурцы в соли, натираем. Постарайтесь, чтобы соль попала внутрь надрезов. Оставляем огурчики минут на 25-30 просаливаться. А пока огурчики подходят в нужную кондицию, подготовим все остальные ингредиенты. Зубчики чеснока мелко рубим ножом. Нам нужны мелкие кусочки, а не кашица, если вы вдруг решите пропустить чеснок через пресс. Репчатый лук нарезаем тонкими перьями. Перья у вас получится, если вы разрежете луковицу пополам, а затем будете нарезать ее не поперек, а вдоль. А затем разбираем их на слои. Зеленый лук нарезаем на отрезки. Примерно по 10 сантиметров длиной. А морковку натираем на терке для моркови по-корейски. На любой, какая у вас есть. Или также можно тоненько нарезать ножом на соломку. Будьте аккуратны, берегите пальцы. Складываем нарезанные овощи в большую глубокую миску. Возьмите сразу глубокую миску, в которую поместятся и огурцы тоже. Отставим пока в сторону. Теперь сделаем маринад. В небольшую пиалу насыпаем хлопья красного перца чили, а также сахар. Вливаем рыбный соус и воду. Хорошо перемешиваем до растворения сахара. Заливаем подготовленным маринадом овощи и хорошо все перемешиваем. Помассируйте вот так овощи между собой. И я настоятельно рекомендую делать все-таки это в перчатках. По истечении времени огурцы хорошо промываем холодной водой и обсушиваем на бумажных полотенцах. Затем отправляем огурцы в общую миску и еще раз перемешиваем содержимое, чтобы огурцы покрылись маринадом. В разрезы огурца вложите морковку, лук, чеснок, вот эту вот нашу с маринадом, все с острым перчиком. Так будет очень вкусно. И эту закуску, это кимчи из огурцов, можно подавать и употреблять прямо сразу. При подаче я еще хочу посыпать немножко семенами кунжута.
Приятного аппетита! Если вы решите съесть кимчи из огурцов прямо сразу, то закуска будет такая, знаете, более сочная, более хрустящая, свежая. Но если вы поставите ее в холодильник, и она у вас постоит, она пропитается больше всеми соками, всеми ароматами, вкусами, будет более пикантная, более острая, и огурчики будут больше похожи на малосольные. Но и так это очень вкусно. Я рекомендую, приготовьте. Думаю, вам понравится. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан, конечно же, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новые выпуски. Всем пока, до новых встреч! Чтобы не пропустить свежие выпуски. Это очень просто и совсем не занимает практически вашего времени. И более соленый, что ли, как сказать правильно. Если будете кимчи кушать прямо сейчас, еще раз. Если вы решили еще раз закуску кимчи из огурцов. Еще раз. И я очень рекомендую настоятельно еще раз кусочки. Так будет вкуснее. Еще раз.